Мы решили сходить на другой берег Сены, в 15-й арондисман. Ребят, каникулы, и надо немножко прогуляться. А, вот это с правой стороны Maison de Radio. А вот это кусок бетона, это фрагмент Берлинской стены. Фрагмент du mur de Berlin. Вот такой кусочек истории. Вот такие елочки тут появились на зеленой травке. Елочки замечательные. Рядом березки. Здесь такой чудесный скверик на берегу Сены, около Радио Франс. Можно всегда посидеть. И вот что мне нравится, здесь все увито вот таким плющом. Некоторые этот плющ в горшочках разводят, а здесь он как сорняк растет. Вся клумба, вся вот здесь вот место, есть газон, все в этом плюще. Так. А мы идем вон на тот берег, мимо Статуи Свободы, мимо Лебединого острова. Через мост. Птички сидят на социальной дистанции. Оп. В Сене водится несколько видов рыб. И мы летом гуляли, тут плавало огромное рыбище. Ну, не знаю, сом, наверное. Сам этот тоже водится, кстати. Статуя Свободы отвернулась. Ее видно хорошо, когда на кораблике плывешь. Тогда здорово проплывать. Здесь все кораблики туристические разворачиваются обычно. Ее со всех сторон видно. А когда идешь по мосту, она стоит спиной. Ну вот эту башню видно со всех сторон. Красавица. Вечером она так здорово сверкает. Прям волшебно. Так. Мы велосипедисты уехали. Здесь неплохой торговый центр. С левой стороны галерея Лафайет. Один из филиалов. Мы вчера были на Шанс-Элизе. Есть еще в центре центральная галерея Лафайет. А это тоже одно из отделений. Ну, ассортимент везде примерно одинаковый. А справа Богринель, торговый центр. Там обычные марки H&M, Zara, Uniqlo и так далее. Денис, аккуратно! Правда. Ну ты не видишь, что ли, люди? Что? А, не знаю. Ну, они французы любят святого Дениса. Сен-Дени, помнишь, без головы? Ой, лебеди, вон, смотрите. Подожди, Дань, смотри, лебеди. Видишь? Это же Лебединый остров. А? Ты знал? Все, пошли. Такая витрина в антикварном магазине украшена религиозной тематикой. Что у нас там Денис стоит, скажи мне? Ну, забыл. Иди, вернись. Что он там стоит? Потеряется еще. Отойди, пожалуйста. Иди, съезди. Здесь дорого все в этом магазине. Я как-то сюда заходила. Вот малюсенькая вазочка, 30 евро. Вот такая вот уже по 120. Зеркало 300, ну, моя любимая цена, 330. Рыбы вот эти стеклянные, такие симпатичные. 250 евро стоят. Ну, а мы идем дальше в Лидль.
Что такое? Что такое? Увидел, что я что-то купила. Ой, смотришник. Денис, ты потеряешь это. Ну что? Ну аккуратно. Ничего, это я папе купила на Новый год под елочку. Я просто... Ты не что-то... Ну ты не потеряй только, ладно, Денис? Не это не дешево стоит. Сколько? Много. Сколько? Сколько? Столько? Иди давай. Сколько? Много. Угу. Катись, катись. Давай, давай. Так, здесь 42-й автобус ходит, если что, можем несколько остановок потом подъехать, проехать. Но он на Сан-Лазар идет. Нам туда не надо. Ребята, аккуратно около дороги, пожалуйста. Здесь вон как летят все. Так, вот мой любимый цветочный. Я здесь никогда ничего не покупаю, просто смотрю, какие же тут красивые цветы. Народ стоит тест делать, ковидно. Вот. Елки вот эти уже вряд ли кто-то купит, потому что уже все французы... Так, мне не нравится, что капает вода. Дождик начался. Вот, елки эти уже вряд ли кто-то купит, потому что все купили их уже заранее. Это... Вряд ли вот, будут они разобраны. Ну, хотя, может быть, кто-то забыл, до последнего дотянул. Все, пошли. Подождите, я здесь посмотрю цветы. Ой, Дань, получше. Денис, осторожно. Я цветочки посмотрю, постой здесь. Нет, не хватит. Вот ты мне еще будешь рассказывать, что мне делать. Ой, как елочками пахнет, здорово. Пахнет вкусно. Букеты из шариков. Орхидейки там стоят внутри. По 29 евро. А здесь весенние цветочки. Ой, вот эти красивые. Blue Angel. Blue Angel. Вот эти... Плющи, которые там у нас на клумбе бесплатно можно накопать, здесь стоят сколько? 8,90? Да, 8,95. Дань! Даня куда-то уехал. Мне очень нравятся камелии. Скоро вот-вот они зацветут. Крокусы уже потихонечку выпрыгнули из луковиц. Тихо! Спокойно, спокойно, да. Вон орхидейки. Тихо, тихо, спокойно. Надоело. Ну, давай, я знаю, что надоело. Тебе бы скорее всего тыкать. Нет, не пройдет. Не прокатит, да, Денис? Мы идем из магазина с продуктами, тащим еду. Вот такая вот красота. Некоторые вот так рады. Аж бегом бегают. А я ем, худею, вот ем такую вкусную улиточку. Какой там сегодня декабря? 14? 14 декабря сегодня? Я говорю, сегодня 14 декабря. Вот такая радуга. Цветут деревья декабрьские. Прелесть.